В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Несколько дней назад российскую общественность потрясла история жестокой охоты в лесах Весьегонского района Тверской области. Группа молодых людей вначале на снегокатах гнала животное, затем охотники повалили ее на снег и начали душить руками. Так рассказывает о происшествии региональные и федеральные СМИ. Происходящее на видео запечатлела одна из очевидец охоты. Расследование этого факта взял на контроль губернатор Тверской области. Сегодня мы поговорим о том, как идет расследование, а также как можно охотиться, а как охотиться нельзя. И за какое правонарушение можно заплатить и рублем, и свободой. Расскажет сегодня о правовых нормах наш гость, Тверской межрайонный природоохранный прокурор Валентин Анатольевич Сердюков. Здравствуйте. Добрый день, Валерия. Добрый день, уважаемые зрители. Начнем, пожалуй, с правовых вопросов. Немного позже вернемся к инциденту в Весьегонском районе. Валентин Анатольевич, расскажите, что вообще разрешает законодательство на сегодняшний день, а что нет? И какие ограничения вообще существуют? И как известно, да, есть же региональные нормы, есть федеральные. Основой для урегулирования требований в области охоты является федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, а также приказ Минприроды России номер 477 о утверждении правил охоты 24 июля 2020 года. В документе достаточно подробно расписаны основные положения, правила, которые должен соблюдать гражданин-охотник при осуществлении охоты на все виды животных. В частности, к основным, я их назову, относятся наличие при себе охотничьего билета, наличие разрешения на ношение оружия, если осуществляется охота с огнестрельным оружием, будь то нарезное, либо гладкоствольное. Также в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях, либо в закрепленных охотничьих угодьях, должно быть соответствующее разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка. При этом гражданин охоту может осуществлять только в местах, отведенных для этих целей, а также в пределах сроков и норм добычи, которые установлены у него в разрешениях. По отдельным видам животных, птиц, то есть охотничьих ресурсов в целом, этими правилами определены сроки. В частности, вот если мы с вами вспоминали про лося, сроки охоты на лося всех полувозрастных групп с 15 сентября по 10 января ежегодно. На взрослых самцов с 1 сентября по 30 сентября. К основным запретам и ограничениям, которые установлены действующим законодательством, относятся как раз добыча охотничьих животных, находящихся в беспомощном состоянии, например, при переправах через водный объект. То есть, когда животное не в состоянии оказать не то, что сопротивление, не способно уйти от охотника и находится в заведомо невыгодном положении для людей. Использование плавательных средств в период осуществления весенней охоты для цели выслеживания добычи. То есть это как раз сейчас будет актуально, потому что у нас, я думаю, что в ближайший месяц, в начале апреля, откроется весенняя охота на пернатую дичь. И об этом охотникам тоже стоит помнить. Применение снотворно-наркотических, отравляющих, обездвиживающих веществ, применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся, а также при применении механических транспортных средств, любых летательных аппаратов для цели выслеживания, добычи охотничьих ресурсов. Использование для привлечения животных, других животных такого же вида, раненых, либо с признаками увечий. Также существуют иные правила, но вот основные я перечислил. Их стоит помнить и при осуществлении охоты четко ими руководствоваться. А вот в каждом регионе, да, там какие-то определенные свои, да, есть нормы, или же все-таки они как вот одни, да, на всю страну? В основном это одни правила. В регионе могут быть установлены только отдельные сроки по охоте, передвинуты, да, то есть в зависимости от погодных условий могут быть установлены численности, устанавливается ежегодная численность охотничьих ресурсов, на которую можно охотиться, утверждаются лимиты, квоты. А в целом федеральные правила охоты, они одни. Ими руководствуются, и уже за нарушение их несут ответственность в зависимости от тяжести совершенного проступка. А нарушение этого законодательства попадает под уголовный кодекс? Какие-то статьи и санкции? Нарушение правил
охоты предусматривает за собой наказание в виде административной ответственности или уголовной ответственности. Административная ответственность наступает по статье 8.37. Это первая часть, часть 1.1 и часть 1.2. То есть первая часть — это просто нарушение правил охоты без каких-либо отягчающих последствий. Предусматривает наказание в виде штрафа от 500 рублей до 4000 рублей. Если вы совершаете повторно данное правонарушение, либо охотитесь в запрещенные сроки, то вы можете быть привлечены к административной ответственности в размере штрафа до 5000 рублей, а также лишены права охоты на срок до 2 лет. При этом при наступлении тяжких последствий, причинении крупного ущерба, либо применении запрещенных способов охоты, охоты на зверей и птиц, на охоты на которых полностью запрещена действующим законодательством, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это незаконная охота. Наказание по данной статье предусмотрено до 5 лет лишения свободы. При этом в случае, если вы... у охотника возникнет умысел добыть животное, которое занесено в Красную книгу и охраняется международными договорами Российской Федерации, то он будет привлечен по специальной статье Уголовного кодекса, это 258 прим. 1, как раз незаконная добыча, либо оборот животных, либо их частей, занесенных в Красную книгу. Там уже уголовная ответственность гораздо жестче, до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. При этом следует помнить, что вне зависимости от совершения вами административного правонарушения, которое повлекло за собой незаконную добычу животных и птиц, либо уголовного, также наступит гражданская ответственность в виде возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Есть такое наказание, конфискация, да, орудий. Конфискация орудия — это дополнительное наказание, оно предусмотрено и кодексом о административных правонарушениях, и уголовным кодексом. То есть в каждом случае принимает решение суд. И даже если мы говорим об административной ответственности, где дела могут рассматриваться инспекторами субъектовых органов власти, то в данном случае при наличии оснований инспектор должен направить соответствующий материал судье, и он уже рассмотрит вопрос о применении дополнительного наказания в виде конфискации орудия охоты, либо незаконно добытых предметов. А что это может быть? Что могут конфисковать? Помимо ружья, там, сети, например? Могут конфисковать любые орудия, будь то, допустим, метательные, то есть какие-то арбалеты, луки. Если мы говорим о применении механического транспортного средства для охоты, то есть автомобиль, снегоход, мотоцикл, квадроцикл, неважно. То есть если, особенно вы совершаете преступление, и вам вменяется в один из квалифицирующих признаков статьи 258, это применение механического транспортного средства, у вас его, скорее всего, конфискуют. А какие способы охоты использовать нельзя? Значит, смотрите, основные способы охоты, которые использовать нельзя, я уже перечислил, но давайте остановимся на них, скажем, более подробно. Это добыча охотничьих ресурсов, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, использование стандартных многозахватывающих, удерживающих капканов с стальными дугами для отлова видов животных, использование любых плавательных средств в период весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, применение отравляющих и обезвреживающих веществ, применение взрывчатых веществ, газов, электрического тока, применение механических транспортных средств, летательных аппаратов и использование для привлечения охотничьих животных живых с признаками увечья и ранений. А, то есть при загоне транспортные средства, снегоход, автомобиль запрещено использовать? Нет, запрещено использовать, потому что вы заведомо ставите животное в неравное перед собой положение. И возможности в таком случае животного уйти просто отсутствуют. Да? То есть вот, если брать, например, снегоходов, то животное можно легко загнать и даже не стрелять в него, а просто потом подобрать и, так скажем, добить уже изможденное животное, которое просто будет лежать и не в силах сопротивляться, куда-то убежать. Кроме того, использование механических транспортных средств, оно причиняет животным дополнительные страдания. Будь то летательный аппарат, снегоход, автомобиль, когда животное понимает, что не может скрыться от преследования и нет у него такой возможности, то есть это дополнительно причиняет животному волнение. И, как правило, если вот, мы это наблюдаем, и по практике, которая в Российской Федерации формируется, здесь возможно либо дополнительная квалификация действий по статье 245 «Жестокое обращение
обращения с животными, либо это будет просто самостоятельный состав, когда цели добычи не было. Вот, как пример, в Астраханской области в прошлом году возбуждали дело по жестокому обращению с животными на лиц, которые на самолетах летали и преследовали сайгаков, в результате которых часть животных погибла. То есть они просто затоптали друг друга, потому что метались по степи и не могли никак спастись от своих преследователей. Пришло время прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Перед выходом на рекламу мы остановились на таком вопросе. Мы обсудили запрещенные способы охоты. Хотелось бы спросить, по какому принципу, да, в Тверской области работают охотничьи хозяйства? Какой вообще они контроль осуществляют, да, на своей территории? Смотрите, если мы говорим в целом о развитии охотничьего хозяйства Тверской области либо любого другого региона, основано все на тех принципах, которые заложены законодательством. Это обеспечение устойчивого существования, развитие биологического разнообразия, сохранение охотничьих ресурсов региона. На территории Тверской области губернатором утверждена схема охотустройства, то есть вся территория области поделена на отдельные охотничьи хозяйства, из них отдельно выделены общедоступные охотничьи угодья, контроль за которыми осуществляется только Министерством природных ресурсов и подведомственным ему государственным учреждением. В целом, в настоящее время на территории Тверской области контроль за исполнением законодательства осуществляют 34 государственных охотничьих инспектора и 234 производственных охотничьих инспектора. То есть это те люди, последние которых я назвал, которые работают в закрепленных охотничьих угодьях и имеют право также осуществлять контроль за добычей охотничьих ресурсов, вызывать в случае необходимости органы полиции, вызывать Министерство природных ресурсов для фиксации фактов нарушений, ну и также самостоятельно составлять первоначальные материалы. А сейчас численность сахатах в Тверской области, она как-то меняется? Может быть, их меньше становится или наоборот, их много? Меньше их не становится. Значит, по данным Министерства природных ресурсов, по ежегодным учетам, значит, в 2019 году, в 2020 зафиксирована численность лосей на уровне 27 тысяч голов, а установленный лимит добычи составил 2018. А на какие еще животные часто охотятся в нашем регионе? Кабан, медведь, косуля. Если мы говорим о пушных, то это заяц, лиса. Это вот те основные виды именно животных. Да? Птицы, понятно, водоплавающая дичь, паровая дичь, глухарь, тетерев, то есть вальшнуп. Но на охоту, я так понимаю, что тоже есть определенные запреты в какой-то определенный период на них. Да, безусловно, правилами охоты, о которых я говорил, установлены сроки добычи конкретных видов животных, конкретных птиц, в которые это делать можно, в которые запрещено это делать. Если мы говорим о лосе, та тема, которая всех тревожит, сроки единые для всей Российской Федерации, это с 15 сентября по 10 января каждого года это все полувозрастные группы, и с 1 сентября по 30 сентября это взрослые самцы. Установлены такие сроки и определены с учетом жизненного цикла животных, то есть с учетом, так скажем, их дальнейшего размножения и последующего воспитания потомства. А если возвращаться к делу о жестокой расправе над лосихой, да, в Весьегонском районе Тверской области, это дело, которое вызвало довольно-таки большой общественный резонанс. Хотелось бы у вас, да, узнать, как сейчас идет расследование, той информации, какой вы владеете. Смотрите, первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконной добычи лося в Весьегонском районе, хотя на самом деле это произошло на территории пограничной в Вологодской области. В последующем по инициированным природоохранной прокуратурой материалам было в отношении участвующих лиц возбуждено еще одно уголовное дело о жестоком обращении с животными. За более подробным комментарием по состоянию расследования уголовного дела, по сбору доказательств, лучше обратиться в Следственное управление Следственного комитета, в их пресс-службу. А может быть, вы сможете, да, картину хотя бы обрисовать, что вообще там происходило? Потому что сейчас очень много в той же социальных сетях, в интернете обсуждается эта ситуация.
Была ли она беременная, была они беременны, гнали они на снегоходах? Или как версия такая, что вроде бы они помочь хотели? Ну, ты знаете, анализируя ту информацию, которая размещена в общем доступе, те видеозаписи, на мой взгляд, ситуация достаточно простая и понятная. Видно, как люди на трех снегоходах сначала это животное загоняют, и оно бежит свободно, не прихрамывая. Да, то есть это одно видео. Другое видео, как это животное пытаются свалить с ног. То есть оно уже находится на передних лапах, и в дальнейшем пытаются согнуть ее задние лапы. Поэтому говорить о том, что и придерживаться версии, так скажем, участников этого события, о том, что они помогали в чем-то животному, пытались его спасти, судя по тому, как они его преследовали, как оно от них убегало, ну, я думаю, что стоит относиться к этой версии критически. А если, допустим, вот не конкретно эту ситуацию брать, да, а аналогичную, если животное беременное, да, на самом деле, если оно так и есть, это будет иметь какой-то вес при определении приговора? Как-то повлияет? Это может повлиять на размер ущерба, потому что у нас в зависимости от того, самка это или самец, действующим законодательством предусмотрена различная сумма. Вот в данном случае Министерство природных ресурсов пока рассчитало сумму ущерба в 400 тысяч рублей. Я знаю, что соответствующее заявление подано, оно было направлено, также и расчет ущерба был направлен в прокуратуру для дальнейшего использования ее органами предварительного расследования, туда нами передан. Степень меры наказания в зависимости от совершенного действия в любом случае будет определять только суд. И учитывать то, в каком состоянии находилось животное, в каком состоянии были лица, причинившие это, незаконно охотящиеся на него, либо просто жестоко с ним обращавшиеся. То есть, с учетом всех обстоятельств дела, личности виновных лиц, суд уже примет какое-то решение. Да, то есть по степени наказания, по взысканию ущерба с одного человека, солидарно со всех, если участвовали несколько в этом лиц. Ну и в том числе и, безусловно, по мере наказания, которую это лицо заслуживает. А в данном случае это какие статьи вменяют? То есть в настоящее время, если мы говорим про нашу, так скажем, незаконную охоту, жестокое обращение с лосем, его возможное удушение, сейчас меняются и расследуется уголовное дело по двум статьям. По 258-й незаконная охота и по 245-й жестокое обращение с животными. Какие санкции предусмотрены по данным статьям? По данным статьям предусмотрены санкции в виде лишения свободы на срок до 5 лет по каждой из статей. При этом при назначении наказания суд вправе с учетом обстоятельств дела личности либо полностью сложить наказание, назначенное по каждой из статей, либо частично сложить. И уже в зависимости от роли каждого преступника, возможного преступника, да, его личностных каких-то характеристик, принять решение о последующему его наказанию. А здесь стоит рассчитывать на, допустим, условное наказание? Или же что показывает вообще практика? Или же все-таки это реальное решение свободы? Если мы говорим о практике назначения наказания, то она, естественно, различна и под каждый конкретный случай. То есть, безусловно, вот я могу рассказать о своей практике, да, когда участвовал в судах в качестве государственного обвинителя. С учетом данных о личности назначали и условные наказания, назначались и штрафы, когда люди полностью раскаивались в содеянном, возмещали ущерб. Да, у нас были наказания в виде штрафов. Вместе с тем назначались и принудительные работы. И на сроком год и более. И суть принудительных работ в том, что люди уезжали из места, где они проживали, находились этот период времени в специальном созданном учреждении, плюс обязательно работали. При этом была конфискация имущества, как я уже говорил, и, возможно, в данном случае судом она была применена. Конфисковывали транспортные средства, которые использовались для незаконной добычи и транспортировки последующей уже частей животного. А вообще подобные случаи жестокого обращения с животными, незаконные охоты, часто ли они имеют место быть, да, на территории, допустим, Тверской области? Понимаете, в чем дело? Вот все преступления в области охраны окружающей среды и подобные действия, в частности, они носят латентный характер. То есть мы с вами понимаем, что потерпевшего,
как в случае, допустим, с гражданами, с общеуголовными составами, будь то кража, разбой, либо преступление против личности, его просто нет. То есть, если охотничьи инспектора это преступление не выявили, не пресекли его, то да, оно может остаться невыявленным, не раскрытым. В целом, вот за прошлый год инспекторским составом проведено более 4000 рейдовых мероприятий, и в ходе этой работы выявлено 47 случаев незаконной охоты. Это в ходе рейда? Да, это в ходе рейдовых мероприятий. А в какое время года обычно проводите рейды? Они проводятся круглогодично, потому что характер совершаемых противоправных действий, он таков, что незаконно охотиться можно, наверное, практически в любое время года. Просто будут различные способы совершения подобных преступлений. Зимой это в основном снегоходы, потому что на других транспортных средствах проехать сложно. Летом это могут быть, как летом и весной, это могут быть как квадроциклы, так и какие-то плавательные средства, потому что проще по воде куда-то добраться. Да? Поэтому рейдовые мероприятия проводятся круглогодично, вне зависимости от, скажем, времени года. А в данном случае поводом, да, для проведения расследования стала вот публикация видео, я так понимаю, в интернете. В данном случае, да, поводом к проведению проверочных мероприятий послужила публикация видеозаписи и в последующем уже обращение средств массовой информации о возможном жестоком обращении с животными на территории Весьегонского округа Тверской области. И после того, как эта публикация была доведена до контролирующих органов, до правоохранительных органов, совместно была организована проверка, в ходе которой, к сожалению, пока факты, изложенные в публикации СМИ, подтверждаются. А подобные фото-видеоматериалы, они в соцсетях, может быть, в СМИ, они вообще могут же быть, да, поводом для проведения проверки? Каждая подобная публикация является поводом для проведения проверки. Она тщательно рассматривается как органами прокуратуры. Если мы говорим о посягательствах на охрану окружающей среды, в частности, на территории Тверской области, это Волжской прокуратуры, Тверской природоохранной прокуратуры и Осташковской прокуратуры. И предметом уже дальнейшего разбирательства с участием контролирующих органов, правоохранительных органов, если имеется такая необходимость. То есть по публикациям в СМИ, по всем проводятся проверки. Расследование подобных дел, оно надолго обычно? Это долгий процесс? Общий срок следствия, если мы говорим о делах, которые возбуждаются именно следственными органами, составляет 2 месяца. А в зависимости от сложности конкретного дела, может быть в дальнейшем продлен и будет зависеть от количества тех процессуальных действий, которые следователю необходимо совершить. То есть от количества свидетелей, которые удалось сразу установить и их допросить, получить от них доказательственную базу. От того комплекса экспертиз, которые необходимо провести по конкретному уголовному делу. Это могут быть экспертизы и трассологические, и экспертизы вещей и предметов. Да? Экспертизы, вот, если мы говорим о животных, то есть исследования каких-то их частей, волос, крови. Как правило, с учетом того, что этих преступлений все равно не так много, в экспертно-криминалистические центры, МВД, другие экспертные организации, они не обладают необходимой компетенцией. И подбор, то есть необходимого эксперта со специальными познаниями, он может достигать длительного времени. Либо уже сама экспертиза достигает длительного времени. Потому что если с человеком все понятно, то с животными немножко сложнее. Поэтому говорить о том, в какие сроки будет расследовано это уголовное дело, достаточно сложно. Тем более, что сейчас фактически срок следствия составляет чуть более 10 дней. То есть подобные дела, да, по данным статьям, незаконная охота, жестокое обращение с животным, это все-таки, можно сказать, дела, которые расследуются с определенными сложностями, как вы сказали. Их возбуждается не так много в целом на территории Российской Федерации. Да, и собирать доказательственную базу с учетом их латентности достаточно сложно. То есть, если человек не задержан на месте совершения преступления, то в последующем установить орудие, с помощью которого происходила добыча, транспортное средство, зачастую сложно.
Вместе с тем, с участием оперативных работников, безусловно, транспортные средства, орудия преступления выявляются, но это просто занимает дополнительное время. Потом люди могут скрыть следы какие-то, да, то есть помыть те же самые ножи, топоры, которыми происходила разделка туши. И экспертам сложнее уже оттуда выделить частицы, которые были бы пригодны для исследования, определить, что да, действительно, эта кровь не принадлежит другому человеку, не принадлежит лицу, который осуществлял так скажем, разделку. Да? То есть есть ряд таких моментов процессуальных, которые просто увеличивают сроки расследования уголовных дел и доказывания и выяснения истинной картины. Потом, как правило, фигуранты этих уголовных дел придумывают различные, так скажем, версии произошедшего. Их тоже необходимо проверять. Вот как в данном случае вы озвучивали версию, которая гуляет по просторам интернета, о том, что они хотели помочь этой лосихе, снять с нее какие-то веревки, да, путы с ног, чтобы она могла спокойно уйти. Следователю тоже нужно все будет это проверять, изучать видеозаписи, назначать, может быть, по ним какие-то экспертизы, то есть на предметах монтажа. Хотя вот то, что я видел в интернете, там животное просто бежало. За ним гнались на снегоходе, оно просто бежало. Но конкретную картину в любом случае установит следствие. А, то есть сюда опять же будут к делу привлечены эксперты, да, компетентные в каких-то определенных вопросах? Я думаю, что да, без экспертных познаний здесь не обойтись. А, вот, допустим, охотники, да, вот ситуация, запечатлели факт охоты. Ну вот, допустим, как пример, да, вот эта история с лосем из Весьегонского района. Тот человек, который снимал, он, я не говорю о данном, да, случае, я говорю как пример. Человек, который снимает, он будет привлечен к ответственности? Или же он все-таки как свидетель? Как вот его обычно рассматривают в таких ситуациях? Ну, ситуация может развернуться, на самом деле, в разных направлениях. То есть человек, который снимает процесс какой-либо охоты, будь то законный, либо с нарушением правил, он может быть участником этого действия, да, то есть он может не только просто запечатлевать, он может участвовать в преследовании этого животного, а преследование животного приравнивается уже к охоте, да, либо это может быть просто очевидец, который, ну, грубо говоря, находился на рыбалке и увидел, как все это происходит, и запечатлел. Вот такой очевидец, который просто находился на рыбалке, увидел все это и записал, он, безусловно, будет свидетелем, который может сообщить, ну, на мой взгляд, с учетом там, гражданской позиции, он просто обязан сообщить о том, что произошла незаконная охота, либо охота с применением каких-то средств и методов жестоких, что тоже запрещено законодательством. И эта видеозапись в последующем может быть использована правоохранительными органами в качестве доказательства. То есть она будет в процессуальном порядке у лица, который произвел запись, изъята и осмотрена, приобщена к материалам уголовного дела, может использоваться как доказательство. А сам очевидец может быть допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля. А то лицо, которое принимало какое-то участие в незаконной охоте, как я уже сказал, преследовало добычу, либо участвовало потом в разделке туши, в транспортировке ее частей, оно может быть уже привлечено к уголовной ответственности либо как соисполнитель преступления, да, либо как пособник, который мог, помимо того, что снимал, еще смотрел по сторонам, говорил, что нет, нас там никто не видит, либо за нами никто не наблюдает, ну и так далее. То есть оказывал какую-то помощь лицам, совершающим преступление. Здесь все зависит от конкретной ситуации. То есть если, допустим, гонят, да, грубо говоря, лося на снегоходе, а рядом сидит человек, который это снимает, дает какие-либо комментарии, это его можно приравнять, да, к... Ну, в любой ситуации должен уже разбираться следователь в последующем суд, но, на мой взгляд, если человек участвовал в незаконной охоте, участвовал в преследовании этого животного, в последующем разделке, либо транспортировке, упаковке частей животного, да, то, да, я считаю, что возможно рассматривать его действия в признаке состава какого-либо преступления. То есть незаконной охоты просто в чистом виде, либо сопряженного с какими-то другими преступлениями, может быть, жестоким обращением с животными. Потому что, как я уже сказал, да, можно либо обеспечивать безопасность всего действия и стоять, наблюдать, что нет, никого нет. И тогда вы объединены единым умыслом на совершение незаконной охоты. Либо быть просто случайным свидетелем всего этого. То
То есть каждый... Ну, каждый случай нужно разбирать отдельно, да. Безусловно, человеку, который просто это наблюдал со стороны и потом сообщил об этом в правоохранительные органы, ему ничего не будет. Но так же, как по аналогии с свидетелями краж, убийств и других преступлений, да, то есть человек видел это и сообщил об этом, либо не сообщил, а в процессе расследования уголовного дела установили, что да, действительно, этот человек является свидетелем преступления, он не будет привлечен никакой ответственности, просто будет являться свидетелем, и все. А как должен действовать гражданин, который стал свидетелем подобной ситуации, незаконной охоты, например? Какие его действия? Если гражданин стал свидетелем незаконной охоты, он может обратиться как в органы полиции, которые в каждом районе есть, да, даже в самой глухой деревне, в любом случае можно позвонить 02-112 и сообщить о выявленном им факте, о том, что он наблюдал, если человек зафиксировал какие-то индивидуальные признаки, может быть, транспортных средств, номера автомобилей, тоже сообщите в правоохранительные органы. В последующем написать письменное обращение в Министерство природных ресурсов Тверской области. При этом сделать это можно с помощью смартфона, который сейчас, наверное, практически у каждого человека есть, и непосредственно сразу обратиться через интернет-портал. Такие сигналы, такие факты отрабатываются в тот же день, в момент получения этих обращений, потому что необходимо предпринять все возможные меры к сохранению следов правонарушения вот в первые, так скажем, минуты, часы, как с того времени, когда все это произошло. То есть, если это незаконная охота, то возможно принять меры к задержанию транспортного средства с привлечением сотрудников полиции и с изъятием незаконно добытого животного и тех средств, которые были использованы в качестве орудия совершения преступления. В случае бездействия либо Министерства природных ресурсов, либо сотрудников полиции обратиться в органы прокуратуры с целью проверки этой информации. При этом, как скажем, если человек боится сообщать о себе, то, безусловно, он может оставить анонимное обращение с приложением там, фото, видеозаписи. Да? Но в данном случае он просто лишает органы расследования в последующем необходимых доказательств. Потому что, первое, так скажем, у нас не будет источника получения видеозаписи и не будет возможности более детального ее исследования, потому что при пересылке в любом случае качество фотографии либо видеозаписи оно ухудшается. И не будет самого главного, не будет человека, который может быть допрошен в качестве свидетеля, и его показания будут уже использованы следствием, прокурором и судом для принятия решения о виновности конкретного лица или нет. Вот это очень важно. А если, допустим, он увидел какой-то факт, но не успел, допустим, запечатлеть? Может просто обратиться в органы полиции. То есть, если мы говорим о незаконной добыче любого, так скажем, объекта охоты, будь то какая-то птица, пушной зверь, либо копытный, и своевременно удалось эту информацию проверить, тем же сотрудникам ГИБДД автомобиль этот остановить и его досмотреть, и обнаружить там, собственно говоря, то, что было добыто, то здесь можно в дальнейшем уже выяснять, а соблюдены ли сроки, а имелись ли у лиц разрешение на охоту. То есть было ли вообще право добывать? Вполне возможно, что гражданин ошибался, но опять же, здесь не будет никаких, так скажем, дополнительных, он не создаст дополнительных каких-то проблем. Ну, остановили, проверили, документы в порядке, есть охотничьи билеты, есть право добычи, есть разрешение на оружие, и не использовались транспортные средства, то есть не было других признаков. Пожалуйста, вы указали, сколько добыли ресурсов, и можете дальше быть свободны. Если этих документов нет, то дальше уже будет, так скажем, последовательность. Следующее разбирательство. А, допустим, если обращаться в правоохранительные органы онлайн, это интернет-приемная какая-либо или интернет-обращение, вот, допустим, в ту же природоохранную прокуратуру? У нас можно обратиться к нам через интернет-приемную, можно через адрес электронной почты. Если мы говорим о Министерстве природных ресурсов, также есть адрес электронной почты, можно через сайт им написать и свое обращение изложить. Но я же говорю, что если вы хотите
так скажем, принять более активное участие, то лучше сообщить данные о себе и оставить контакты, как с вами связаться. Потому что порой бывает достаточно сложно понять вообще, где эти события происходили. Потому что не каждый гражданин, тем более, если какой-то еще присутствует при осуществлении там, видеозаписи или фиксации какого-то факта, эмоций, не каждый скажет даже элементарное там, дату, время и место, где производится эта видеозапись. И потом установить достаточно сложно, да? То есть это еще дополнительное время займет у правоохранительных органов и даст возможность лицам, причастным к таким действиям, просто скрыться. Да? То есть если есть контакты, есть возможность оперативно связаться, выяснить, то подключить тех государственных служащих, производственных водчих инспекторов и полицейских, которые находятся на месте, и в последующем уже, так скажем, с дополнительные силы для фиксации этого правонарушения туда направить. А когда приходит абстрактная видеозапись где-то в Тверской области. То есть никаких данных? Никаких данных, да, это очень сложно. Так же, вот как, допустим, брать ситуацию с Весьегонском. Да, где-то в Весьегонском районе. А где? Да, то есть только там, когда изучали видеозапись, вот инспектора сказали, где это примерно могло быть. Но, то есть уже зрительно узнали. Да, да, зрительно узнали. Но опять же, это все равно осложняет процесс. То есть если гражданин оставил свои контакты, с ним всегда можно связаться, уточнить, то, там, урочище такое-то или залив вот этот, там, примерно вот в этом районе, да, то есть и быстро, оперативно выехать туда, на место, в попытки этих людей на месте, так скажем, зафиксировать, задержать, провести какие-то процессуальные действия, ну, и начать разбираться вообще в произошедшей ситуации. Мы работаем в прямом эфире. Наша программа подходит к своему завершению. И, знаете, Валентин Анатольевич, допустим, если где-то в сети всплывает, да, как говорится, подобное видео, как на него реагировать? Вот, допустим, грубо говоря, в ленте новостей, в любой социальной сети увидел подобное видео. Гражданину как в данном случае действовать? Ему куда жаловаться? Опять же, правоохранительные органы? Да, ему жалуются правоохранительные органы. По возможности, понятно, скопировать ссылку, но видео может быть удалено. Можно всегда его записать, себя сохранить и, так скажем, вот все, что удалось почерпнуть из сети интернет, уже написать в правоохранительные органы, что я где угодно, там, не знаю, в Твиттере, ВКонтакте, либо вот в тех же там Одноклассниках, встретил вот такую запись, прошу провести по ней проверку. А это же в любом случае нужно будет устанавливать автора и первоисточник? Нужно будет, да. То есть, ну, это дополнительные, так скажем, трудозатраты правоохранительных органов, но в этом ничего такого нет. Реагировать на такие видеозаписи либо на сообщения, безусловно, нужно. И доводить эту информацию, проявлять свою гражданскую позицию до правоохранительных органов тоже стоит. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Сегодня мы поговорили о правилах охоты в Тверской области, поговорили о резонансном деле, о жестоком обращении с животным. В данном случае это резонансная история, произошедшая в лесах Весьегонского района Тверской области. Гость сегодняшней программы – Тверской межрайонный природоохранный прокурор Валентин Анатольевич Сердюков. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале.